Уголовное наказание часто сопровождается штрафами для осужденных. Обязанность их взыскивать на плечах сотрудников службы судебных приставов. Большая часть таких штрафов, около 80%, приходится на преступления коррупционной направленности. В ФССП находится исполнительное производство на сумму 670 миллионов рублей. Поскольку штрафы эти огромные, полностью выплачивают их редко. На этой неделе один все же удалось закрыть. Экс-чиновник Александр Матвеев за взятку помимо срока получил 10 миллионов рублей штрафа. Сумму он выплачивал постепенно. Приставы арестовали его счета и имущество, также запретили выезд за границу. Мужчина все же решил полностью рассчитаться с долговыми обязательствами, явился в отдел судебных приставов и оплатил оставшуюся сумму в размере 916 тысяч рублей. 700 тысяч из них был исполнительский сбор. Одной из причин, я думаю, стало то, что он был ограничен на выезд за пределы Российской Федерации, и данная мера действует до того момента, пока штраф не будет полностью оплачен. Поэтому и была основной причиной возможность выезда за пределы Российской Федерации.